Всем привет, дорогие зрители! Как всегда, рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас воскресенье, 5 февраля, время без 26. Выхожу в еду, посмотреть обстановочку, выходной день. Вот, вышел уже на линию, нахожусь недалеко от проспекта Славы. Ну, так меня занесло сегодня. Поэтому ждем первый заказ и начинаем работу. А ты смотри, не переключай, приятного тебе просмотра. А я также напомню, что я создал телеграм-канал, в котором самые интересные инсайды, информация, все самое актуальное. Поэтому переходи по ссылочке в описании, подписывайся и будь в курсе всех новостей о доставке. Итак, ребят, заказ спустя 10-15 минут. Перенимаем, это получается шаверну. Поедем, заберем. Сейчас посмотрим, сколько ехать. До сих пор говорю, что неудобная навигация. Вот долго он грузит, если было встроено, было бы получше. 3 минуты 800 метров. Поехали забирать. Забрал заказ из шаверны. 25 минут ожидания. Блин, давно столько не ждал, конечно. Офигеть просто. Тут же за ожидание и не платят нифига. Поэтому это, конечно, полный провал с первым заказом. Фантастика. Ладно, едем отдавать. По заказу 7 минут 2,5 километра. Только положил в сумку заказ, приходит из Степанова вкусная точка, принимаем. Это, короче, по цепочке. В принципе, давно у меня такого не было, что прям так по цепочке приходил. Походу, большой спрос в воскресенье вечером. Ладно, поехали отдавать этот. Итак, ребят, время без 20, это значит, что прошел уже час. Я, видите, заказ отменен. Нужно ехать на следующий, который я принял. Этот придется утилизировать. С первого заказа у меня просто пошло что-то не так. Вот. Поэтому бонус первого заказа. Сразу две шавермы. Поэтому едем забирать следующий. Это заберем домой и утилизируем уже, думаю, дома. Как-то так начинается моя смена в Яндекс.Еде. Итак, до следующего. 3 минуты 800 метров. И только что прислали смс-очку мне, что заказ готов. Так, хорошо. О, даже мультик, представляете, пока я тут разбирался с этим заказом. Мне пришло два заказа. Так, пока не видно, готовы они или нет. О, это получается что? Нет, они ТРК Питер. А, ну это фигня проехать. Так, мне звонят, поэтому сейчас я поговорю. Ну что, ребят, я опять же здесь. Отмена утилизации. Только я вышел, короче, на улицу, прошел пару метров. Мне позвонили, одуплился он. Говорит, это Степанова, там туда-сюда, короче, типа, у меня не было звонков пропущенных, только что пришла смс-ка, поэтому едем отдавать. Да, ребят, за час один заказ, это, конечно, мощно в Яндекс.Еде, столько времени потерял. Клиент в итоге говорит, что никаких звонков не было, только смс-ка была. Еще дом так неудобно расположен, смотрите, тут один спуск, с этой стороны еще такой. Как бы дома очень неудобно здесь на космонавтов расположены, блин, столько времени теряешь, чтобы подойти к ним, офигеть, короче. Ладно, идем забирать мультик с вкусной точкой, с ТРК Радуга, я так понял. А не, не Радуга, ТРК Питер, вот. Смотрите, у меня уже 5:30 минут ожидания с подъемами, спусканиями, с этим всем, офигеть, конечно. Вот приехали ТРК Питер, поедем заберем заказик. Сегодня прям явно не мой день, потому что по привычке поднялся на третий этаж, где фудкорты, а мне говорят, что вкусная точка на первом этаже находится. Вот это сегодня фиаско, терплю, конечно, конкретное просто. Итак, два заказа были сразу готовы. Вот так выглядит первый, такой же в рюкзаке у меня. Ехать 8 минут, 2,9 километра. Ладно, погнали. Кстати, перед этим заказ, который был шавермой, где я кучу времени потерял, вы сами видели, что его при вас отменили. По сути, его можно было не отдавать, но так как мне не позволила совесть, поэтому я вернулся, отдал. Пусть даже потерял времени, с меня спишут за опоздание. Но все-таки, если как бы поставить его на мое место, было бы тоже, да, неприятно, если вы не берете трубку, там мало ли, непонятно по какой причине что-то могло случиться, он не берет трубку, как бы вы заплатили деньги, и тут такое, как бы... От этого, короче, никто не застрахован, поэтому я вернулся, отдал. Так что, так сказать, поступил по совести. Мне даже повезло, на первом этаже находится квартира. Это прям редкость. Итак, нажимаем, передали заказ, подтверждаем. Смотрим, сколько ехать. Кстати, там тоже что-то на первом этаже, что ли. 5 минут километр.
И написано первый подъезд, вторая квартира, тоже первый этаж, все отлично. Сейчас перекидываем эти два пакета в этот пустой термокорп и едем. В общем, пошел пеший курьер, не знаю, видно, нет. Короче, у него вся сумка забита заказами, еще и в руках он несет пакета 3 точно. Это жестко, конечно. Итак, ребят, только подъехал по адресу, КФ-1.5 прилетает, космонавтов 65 принимаем. И идем отдавать этот. Даже тачку не глушил на первом этаже, все быстро. В этот раз получилось. До следующего барбекю какой-то. 6 минут, 1,5 километра. Ладно, едем. Итак, вот он наш ресторан барбекю. Посмотрел я заказы. Заказан заказ на сумму 1700 где-то. Вот так вот. Пока смс-очка по готовности мне не приходила. Заказ, кстати, подождал буквально пару минут. Жмем, забираю. На Купчинскую едем. Сейчас смотрим. О, кстати, нормально. 3 километра 7 минут. Этот заказ с кафем 1.5 должны нормально пересчитать. Итак, ребят, время без 20. Поэтому 2 часа на линии. Я думаю, можно запланировать завершение слота. Для тех, кто первый раз в еде и не знает, как завершать, вот вам наглядно показываю. Раз. Подтверждаем. И все, отдадим этот заказ, и у нас слот автоматически завершится. Так что так, едем отдавать. Едем в Купчино. Кстати, клиент оказался очень порядочным и написал, что домофон у него не работает, поэтому он выйдет и заберет заказ. Это, в принципе, отлично. Итак, ребят, отдал я заказ. Время без 10. Ну, как раз 2 часика я на линии. За это время проехал 12 километров. Вот, вышел я сегодня ради такого эксперимента, еще сейчас вам расскажу. Как я вам и говорил, у меня застряли денежки в еде, мне их никак не вывести, поэтому на прошлой неделе, кстати, у меня получилось выйти всего 2 раза, на этой неделе у меня получилось выйти 1 раз 2 часа, 1 раз 1 час и сегодня 2 часа. Не знаю, хватит ли этого для вывода, потому что вообще при трудоустройстве говорили, что нужно выходить 3 раза по минимум 4 часа. Вот как раз в среду и проверим, придут мне денежки или нет. А вам, вас благодарю за просмотр. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Поставь лайк обязательно этому видео. Не забывайте про Телеграм. Всем удачи, пока увидимся. До скорых встреч. Ну а если ты тоже катаешь Яндекс.Доставку и не знаешь, к какому парку подключиться, я вам рекомендую парк Опора. У них комиссия в сутки всего 40 рублей. Моментальные выплаты, после каждого заказа можно выводить деньги. Отличная техподдержка, которая быстро и оперативно решает ваши какие-то проблемы, которые у вас случились. Вот. Подключают они, кстати, не только доставку, но и водителей, поэтому все контакты будут на экране, а также в описании. Залетайте, подключайтесь и хороших вам заработков!